Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Impaled, а мы продолжаем играть Jurassic World. На сегодня будет турнир за редкий набор и за супер редкий набор динозавров. У меня вот тут есть... Короче, я тут сделал дорогу вот сюда. У нас же тут скоро будут новые динозавры. Так... Сейчас, короче, вот начинаем с этого турнира, а там у нас будет, точнее, не динозавры, а эти из кайнозовской эры, ребятишки. Беру своих двух динозавров и вперед. Я сейчас выиграю на изах просто. Уважайте турниры. Слабачков мочить. На-ка. Я ж вас все равно победил. Офигеть, как просто, конечно, мочить тиранозавром, которого 33 уровень. Но тему, которого... Этот... Сорокоуровень, наверное, еще проще, и Индоминусом Рексом вообще еще проще. Поэтому мы будем сейчас мочить говнюков. Я как чувствовал то, что у него тут щит 3 стоит. Так, вот теперь вот посерьезнее саркозух. А саркозух он может наказать. Он накажет, да? Ух, ни хрена себе. Ты чё, братиша? Хочу тиранозавров закончить. А меня саркозух почти прибил. Вот ты можешь пробить. О, у нас там стенозавр 40 уровня стоит. Держи. Тиран Титан. 40 уровня. Поступил неправильно, потому что мы тиранозавр его сейчас зажарим таким образом. И все-таки тиранозавр мой всех зарешал без помощи моего неправильного. Надеюсь, нам кто-нибудь сейчас стоящий достанется в этом наборе. Вот 100 баксов, 100 баксов. Обсерватория. Ладно, неплохо. Эти... Обсерватория. Припишем, знаете, куда. Теперь она в зоне. Это хорошо. Охренеть, даже их тревожить не приходится. Просто с бурдиник идет и все. Так, а теперь подводный мир.
Был супер редкий набор. Веселый бой. Так, ну, тебя я сейчас с одного удара уже могу затащить. Так. Ну, давай. Есть еще один удар. Включающий, так скажем. Ты мне сейчас будешь слопать, у тебя нет выбора. Сорян, микронозавр, хотя очень жестко прибил, ну ладно. Победа там не стоит. Победа, это шикарно, что у нас победа. Так-с, дальше у нас тут идет подводный мир. И мы тут сейчас... Давайте вот так все сделаем. А почему бы нет? Попробовать же можно. Назар бы еще завершал, но попробовать можно что. Отлично, так два поставил. Молоток. А я тебе сейчас вот так и трясижу. Все зарешали с легкостью, я рад. Так вот, последний бой. Тут такой тяжеленький, заметьте. Так, так ставлю. Так. И вот так. Мы должны зарешать. Не легендарные бойцы. Тилозавр. Ой, тилозавр, вот ты ж чума. Трескал мне по самому не хочу. Ну что ж, наверное, за это мы тебя наказываем смертью. Ты слишком страшный, чтобы жить. Так, ну в принципе ты хорошо поступил, то что моего кровозора сейчас завалил, потому что сейчас я тебя завалю. Ты ж себя так не используешь, чит не стоишь, ты ж без мозга. Это был самый легкий супер редкий набор у меня когда-либо. Ой, думаешь, волником двинул и выжил. Ни хрена у тебя не получится, родной. Goodbye. Такое ощущение, как будто кишки вырвали этим узом. Если так думаете, то напишите в комментарии. Так, ну что, наш супер редкий набор. 800 ДНК, 800 ДНК, 87 тысяч. Еды, каксель, куатель. А у меня такое... И у меня такого нет. Mm.
есть. Его, кстати, надо качать. Просто так. Интересно. Насчет тиранозавра. Все у нас с тиранозавром хорошо. Кормим его нормально. Давай сейчас его покормим, если... Еда пришла, да, еда пришла. Немножко не хватило. Сейчас еще закажем. Берем. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутемпалт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорых встреч, всем пока.